Мой гость видел миллионы людей. Я имею в виду миллионы исцеленных людей. Он говорит, что это так просто, подвластно и вам. Существуют ли другие измерения помимо мира, в котором мы живем? Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Содержат ли наши сны послания с небес? Можем ли мы познать секреты сверхъестественного? Возможно ли чудо исцеления? Сид Рот провел более 35 лет, исследуя необычный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду. В этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Здравствуйте, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Я просто хочу быть простым. Простым настолько, насколько это определяет Библия. Хочу находиться в разряженной небесной атмосфере. Хочу слышать голос Бога. Хочу иметь спокойствие, которое покроет всякий страх. Хочу рассказать вам о моем госте. С 87 года он с соратниками привел 68 миллионов человек к вере в то, что Иисус является их Мессией и Господом. Да, вы не ослышались. 68 миллионов! Кроме того, ему всего лишь 30 лет. Есть всего лишь одна причина. Мне хочется, чтобы он поведал вам о ней. Он изучил секрет, который известен как «Открытые небеса». Надеюсь, вы осознаете, что когда небеса открываются, вы начинаете слышать голос Бога. Когда небеса открываются, происходят чудеса. Что, по-вашему, позволило 68 миллионам услышать слово Дэниела и его соратников? Это те самые чудеса, о которых вы читали в Библии. Знаете ли вы, что когда небеса открыты, вам не нужно ничего бояться? Дэниел Календа, вы являетесь проповедником в каком поколении? Пятидесятников? Скажите. 5 поколений назад, в начале прошлого века, Святой Дух сошел на общину улицы Азуза. Правда ли, что ваш прапрадед воскрес после смерти? Да, в возрасте 3 лет, и с момента его рождения произошло немало чудес, потому что это было не просто воскрешение. Он родился со множеством проблем со здоровьем, включая тяжелую умственную отсталость. Врачи говорили его родителям, что ребенок никогда не доживет до взрослого возраста. Они говорили, что он умрет в отрочестве, но в 2 года он заболел брюшным тифом и начал увидать просто на глаза. Доктора утешали его мать и отца словами: «Это Божие провидение, такой ребенок всегда будет обузой для вас». Врачи говорили, что если он выживет, то будет не способен накормить себя, не сможет одеваться, говорить нормально. У него всегда будут эти проблемы. И через несколько дней ребенок действительно умер. Тогда мой прапрадед по имени Людвиг, старый проповедник-лютеранин, он был из такого упрямого типа немцев. Но иногда упрямство — это положительное качество для Господа. Он сказал жене: «Я пойду в комнату молиться. Я не хочу, чтобы меня беспокоили, пока я не услышу ответа с небес». Итак, он вошел в ту комнату, закрыл двери, встал на колени и начал молиться. В то время Пол, мой прапрадед, умер, сын Людвига. Тело Пола охладело и отвердело. Началось трупное коченение. Перед тем, как мой прапрадед ворвался в комнату, он сказал: «Я услышал слово с небес». Он возложил руки на голову маленького Пола, и немедленно тепло стало поступать к его ногам. Затем тепло начало распространяться от ног к коленкам, затем в живот, наверх к груди, вниз по рукам, и маленький Пол вернулся к жизни. Он сел на кровать и сказал: «Мама, я голоден».
Но не это было самым необычным. В последующие несколько минут родители поняли, что чудеса продолжаются. Само выражение лица ребенка изменилось. Сила, которой у него никогда не было, заполнила тело. Как будто он никогда не болел брюшным тифом. Его умственная отсталость исчезла. Это был тот же маленький мальчик, о котором говорили, что он никогда не вырастет и не станет взрослым. Он умер в пожилом возрасте, больше никогда в жизни не болел ничем серьезным. Он стал отцом 10 сыновей, которые выросли проповедниками Евангелия. Кроме того, у Дэниела Календы был легендарный соратник. Его имя — Рейнхард Бонке. Какую же потрясающую возможность дал вам Бог в молодости путешествовать с одним из гигантов евангелизма по всему миру, с тем, кто не просто красиво говорит, но с тех, кто превращает слова в действие. Но вы рассказывали мне, как ваш прапрадед молился за одержимого. Не могли бы вы поведать мне эту историю снова? Потому что я был в шоке, когда услышал ее. Она заслуживает внимания. В то время они жили в городе Пиджон, штат Мичиган. Мой прадед был пастором маленькой немецкой общины. Там жил один человек, который был женат. Он не посещал церковь и поговаривали, что был очень нетерпим по отношению ко Христу. Он постоянно проклинал пастора, говорил жене, что она не должна посещать церковь. Был одержимым демоном. Поговаривали, что однажды он залез на чердак своего амбара и прыгнул вниз головой, пролетев так до пола, в результате чего получил сильный ушиб. Стало ясно, с человеком что-то странное. И в один день это проявилось. Его жена целый день бродила по магазинам, а вернувшись домой, на конной повозке, она приезжала к дому и на крыльце увидела своего мужа с топором в руках, истекающего кровью. Она поняла, что-то не так. Она велела повернуть к дому моего прапрадеда. Он был пастором. Он держал совет старейшин церкви. Они пошли к дому, и когда тот человек увидел их приближение, то начал кричать, что видит их облаченными в красное. Конечно, он не знал значения этих слов, но это была кровь Иисуса. Человек крикнул: «Вы облачены в красное, я не могу подойти к вам», и убежал в лес. Говорят, что в те времена крепко сложенные фермеры уходили с полей очень рано. Они не хотели оставаться там после заката солнца из-за чего-то демонического, сокрытого в лесах. В тот день случилось следующее. Этот человек убил свою мать и своих детей, запятнав топор их холодной кровью, а в дальнейшем блуждал по лесу. В конце концов, его поймали и привели на суд. Но судья сказал, что он невменяемый, его поместили в сумасшедший дом. Его посадили в одиночку, потому что одержимость была слишком велика. Он изорвал на себе одежду в клочья. Он орал и вопил целыми днями. Все думали, что его скоро не станет. Тогда доктор по имени Кристиан послал сообщение его жене в город Понтиак. В письме говорилось: «Ваш муж очень сильно болен, мы не думаем, что он выживет ввиду тяжелого состояния». Он писал, что ей необходимо приехать, чтобы увидеться с ним. Она позвала моего прапрадеда и всех старейшин церкви, и они начали молиться. Тогда они почувствовали все те вещи, о которых говорилось ранее, об открытых небесах. Был момент, когда они ощутили, что слышат ответ с небес на их молитвы. На следующий день мой дядя направился в лечебницу на встречу с этим человеком, которого звали Матис Нейдж. Он сказал доктору, что желает посетить его до того, как тот умрет. Доктор ответил: «Вы никогда не поверите в случившееся. Давайте я приведу его к вам». И так они прошли в комнату. Матиас находился в здравом уме. За день до этого сила Господа сошла на него и освободила. Он стал свободен и полностью исцелен. И спустя много лет, что же вы узнали о жизни этого человека? По прошествии 30 лет он до сих пор живет в Господе, до сих пор служит Господу и дико сожалеет о произошедшем. Он полностью освобожден, спасен и наполнен Святым Духом. А вы думаете, что у вас проблемы? Если Бог способен на такое, ваши проблемы — сущий пустяк. Не уходите далеко, потому что я желаю научить вас молиться об открытых небесах. Это сверхъестественно. Один новый человек, единство иудеев и язычников, два народа, объединяющихся в Иешуа. Когда евреи и христиане станут новым единым народом в Мессии Иисусе, тогда мы все вместе будем переживать Божие движение по сотворению нового мира. Если вы хотите пережить потрясающее наполнение Божьим Духом, Божьей любовью, Божьей силой, тогда заходите на сайт sidrot.org, чтобы узнать об этом больше. We'll be right back.
Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Дэниел Календа. Дэниел буквально вырос на руках Рейхарда Бонке, который, я полагаю, привел миллионы людей к Господу, особенно в Африке. В этом было его особое предназначение, и вы достойный продолжатель миссии. Расскажите мне об одном из наиболее потрясающих чудес, которые вам довелось наблюдать с миссией Рейхарда Бонке. Видеть это своими глазами. Их было так много в начале, и одно было действительно из ряда вон выходящее, очень личное. Женщина пришла с тремя детьми. Каждый из них был слеп по причине генетически наследуемой болезни. И когда Рейхард молился, он буквально разрушил демоническое проклятие, и во время молитвы внезапно все три ребенка прозрели. Это было восхитительное чудо, которое потрясло весь регион, в котором мы находились. Как повлияло это увиденное на вас? Какой эффект произвело? Мне кажется, когда видишь такое, все границы стираются, ты больше не видишь преград, больше нет стен. Приходит понимание того, что все услышанное ранее неправда, и нет ничего невозможного для Бога. Но когда ты видишь такое, можешь потрогать, переживаешь, больше невозможно отрицать очевидное. Были ли у вас сомнения? Одно дело, когда вы видите чудеса вместе с Рейхардом, другое дело, могу ли я, Дэниел, творить чудеса? Вас посещали такие мысли? Разумеется, да, и суть вот в чем. Рейхард всегда видел во мне ровно, в отличие от меня. Он говорил мне: «Дэниэль, если твой пятилетний сын будет стоять на этой сцене, молиться за больных, и будут происходить чудеса, это не по моей или твоей воле, а по воле Иисуса». Это откровение освободило мой разум, и я внезапно понял, что не должен достигать бесконечного духовного статуса, чтобы видеть сверхъестественное. Эта сила высвободилась, когда Иисус был распят на кресте. И если я буду верить, то смогу получить именно эту силу. Расскажите мне о чуде, которое возымело огромное влияние на вас посредством молитвы за человека. Это случилось в прошлом году в городе Сапель, Нигерия. Я молился за маленького трехлетнего мальчика, его звали Грейт, он был мертв. Его мать принесла ко мне тельце ребенка после собрания и положила мне на руки. Я начал молиться, и спустя несколько секунд он вернулся к жизни. На следующий день я пришел на поле, где проводились собрания, залез на сцену. На ней я увидел играющего, бегающего маленького мальчика, полностью исцеленного и совершенно здорового. И если бы я заставил вас, Дэниэль, рассказать, что является разгадкой вашего откровения, ваших способностей творить чудеса, что бы вы мне ответили? Я бы ответил, что прежде всего, и мне кажется, именно это необходимо понять большинству христиан, секрет в том, что вовсе нет никакого секрета, или, по крайней мере, не должно его быть. Суть в том, что мы уже слышали много раз, Иисус Христос высвободил наше исцеление через распятие. Раны на Его спине, гвозди в Его ладонях, Он даровал нам исцеление, и мы должны принять Его через веру. Я знаю, что звучит это предельно просто, и именно поэтому люди не могут познать это, не усложняя. Они сочиняют множество книг, разрабатывают доктрины, пытаются учить нас. Это простое понимание ускользает ввиду всех затеняющих его факторов. И, возвращаясь к словам Иисуса, помните, когда Петр молился за хромого человека у дверей храма, он был исцелен. Петр сказал, что ты смотришь на нас, как будто нашей святостью и праведностью ты исцелился. Ты исцелен верою в Иисуса Христа. Верой исцелялись тогда, верой исцеляются и в наши дни. Я призываю каждого показать мне место Писания, где есть другой метод получения этой силы от Бога. Каждый знает, что вы ездите в Индию, в Африку, проповедуя Евангелие и видите чудеса. Каждый об этом знает. Но что происходит здесь, на Западе, когда вы проповедуете то же самое простое Евангелие? Не поверите, Сид, я говорю вам чистую правду. Абсолютно то же самое. Среднее число уверовавших одинаково. Конечно, в Африке и в Индии мы видим сотни и тысячи людей на собраниях. Мы видим больше чудес, но если взять пропорцию совершаемых чудес на собраниях здесь, в Америке, или в Великобритании, или в Европе, число будет одинаковым.
Мы наблюдали совсем недавно одно событие. История произошла в Великобритании. Я проповедовал не на огромном поле, как это происходит в Африке. Я вел свою проповедь в храме с витражами и органом позади меня. Там царила неимоверная духота. Я молился за женщину, которая пережила инсульт в 3 года, из-за чего левая часть ее тела была парализована. Ввиду паралича в столь раннем возрасте левая нога перестала расти. Нога была сморщенная и маленькая. Когда я молился за нее на том собрании, не только паралич отпустил ее, но и женщина с матерью наблюдали за тем, как левая нога вырастает до размера правой. Покинув собрание той ночью, туфля, с которой она пришла, больше не подходила по размеру, настолько сильно выросла нога. Необыкновенное, созидательное чудо случилось в храме Соединенного Королевства. Я со всей ответственностью заявляю, что сила Иисуса на Западе такая же, как и в Африке и в Азии, потому что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Я хочу вам кое-что сказать. Многие из вас молятся, но не видят результата, поэтому просто продолжайте молиться, совершая ежедневный религиозный обряд, даже перестав чего-то ожидать. Вы и не предполагаете появления чуда, когда молитесь. А некоторые из вас, что хуже, вовсе перестали молиться. Какой совет вы можете дать таким людям, которых большинство? Думаю, причина происходящего, что люди молятся, как вы сказали, и не видят результатов, в том, что они позволяют главенствовать над собой мировоззрению и эмпирическому опыту. Я расскажу вам, что пастор Бонке поведал мне, изменив мою жизнь. Он сказал, если перед тобой сотни людей, ожидающих молитву, выстроилась в линию, и ты помолился за 99 из них, и ни один не был исцелен, молись за сотого, словно каждый предыдущий был исцелен, потому что чудеса случаются не через опыт, а через то, что говорит Божье Слово, а это вера. Библия гласит, мы ходим верою, а не видением. В этой фразе показана разница между двумя понятиями. Это подобно изречению, что ты можешь пойти на восток или на запад. Должен сказать вам, я делал, как вы говорили, молился за сотни, может, даже тысячи, ни один не был исцелен. Но затем в какой-то момент люди начали получать исцеление. Как у вас? Стали ли чудеса происходить мгновенно, или же все было постепенно? Постепенно. Мне кажется, что Господь таким образом проверяет нашу веру. Он дает пройти через пустыню, где проверяет нас. Вера ли это или просто мистификация? Настоящая вера основывается на Слове Божьем, невзирая на то, что есть видимое в реальной жизни. Думаю, Господь приводит нас к пониманию этого. Даже если ты возлагаешь руки на нескольких людей, а они не получают исцеления, это еще не конец. Просто продолжайте молиться, и все совершится в свое время. Без веры угодить Богу невозможно. Так будьте верны и наберитесь терпения. Когда мы вернемся, я открою вам удивительную тайну. Я позволю Дэниелу поведать вам о тайне открытых небес. Это как раз то, что вам нужно. Это то, что хочет ваш дух. Не уходите, мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Сидрот нашел ключ к мировому пробуждению. Настало время Божьей любви коснуться еврейского народа. Иисус разрушил стену, отделявшую язычников от иудеев, чтобы вместе они стали единым народом, способным достичь весь мир. Способ пробудить еврейский народ заключается в знамениях и чудесах. Вот почему наш сайт наполнен материалами, которые расскажут вам о знамениях и чудесах и помогут вам лучше понять Израиль и еврейские корни происхождения церкви. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Дэниел Календа. Когда Дэниел был в Африке, на мой взгляд, это потрясающая история. По громкоговорителю они разрушили проклятие общины. Расскажите мне о женщине, что была там, у которой, кажется, был рак груди. Она даже не присутствовала на собрании, но могла слышать вас благодаря средствам усиления звука. У нас было много звукового оборудования, звучание которого распространялось более чем на 2 мили. Эта женщина лежала у себя дома,
при смерти. Ее семья ушла на собрание, но женщина была настолько слаба, что не было даже сил встать, потому что они оставили ее дома. Я молился за людей на собрании. Потом посмотрел вниз и увидел людей, лежащих на носилках, и сказал им: «Если вы лежите на носилках, встаньте и идите во имя Иисуса». Та женщина услышала эти слова в своем доме за несколько миль. Она приняла исцеление верой. Позже она говорила: «Я пыталась встать, но не могла. Как вдруг почувствовала, как две руки поддерживают меня и ставят на ноги. Когда я поднялась, паралича не стало. Рак полностью исчез. От своего дома она дошла до собрания, взошла на сцену и рассказала обо всем случившемся». Замечательная история. В самом деле, мне интересно, когда здесь, в Штатах, вы молитесь за кого-то, возлагаете руки, призываете имя Иисуса, иногда люди падают, иногда нет, порой они получают исцеление. Как вы молитесь за миллионы людей? Вы же не можете возложить руки на каждого. Конечно, нет. Я смотрю на людей в первом ряду и говорю: «Послушайте, я даже не могу дотянуться до кого-либо из вас, но в Библии сказано, что рука Бога всемогущая. Рука Господа дотянется до вас. Он может коснуться каждого человека в этой толпе одновременно. Он может пересечь океаны, может парить в воздухе, может быть в любом месте, где в нем нуждаются, ибо не существует границ для него. Так в чем же тайна открытых небес?» Я часто рассказываю о человеке по имени Дэниел Нэш, который был духовным заступником Чарльза Финнея. Многие знают о величайшей миссии Чарльза Финнея, но мало кто знает, что перед тем, как поехать в новое место, Финней посылал своего духовного заступника, человека по имени Дэниел Нэш, чтобы исследовать духовную атмосферу. После выполненной работы, совершенной в духе через молитву, Финней приезжал в город, в котором происходило могучее возрождение, потрясающее всю нацию, а ключ в духовном заступничестве. Я верю, что в эти последние дни Бог желает объединить евангелистов, борцов за души и духовных заступников, воинов молитвы. Вы имеете доступ к открытым небесам. Я знаю, что вы молитесь, несмотря на молитвы духовных заступников о вас. В чем ваша молитва? Я не молюсь, как большинство христиан, ставящих будильник утром и проверяющих свой список дел. Когда я молюсь, моей целью является связь. Мне необходимо ощутить движение жизни в Господе. И однажды мне удалось установить эту связь. Вот почему я продолжаю это делать, когда начинаю свою утреннюю молитву. Благодаря ей я встречаюсь с Иисусом. Я встречаюсь со Святым Духом. И однажды, ощутив это, моя цель теперь заключается в сохранении этого чувства до конца дней. Это и есть ключ, не просто времяпрепровождения в молитве. Павел сказал: «Всегда молитесь». Молитесь все время. Продолжайте. Молитва — это не просто слова. Это не просто чтение молитвенника. Молитва — это общение и связь с Господом Богом. И когда такая жизнь будет течь в вас, вы начнете видеть духовный мир. Хоть кто-нибудь может почувствовать описанную ранее вами связь? Если вы являетесь Сыном Божьим, если были омыты кровью Иисуса, то сможете достичь этого. А вообще, позвольте мне сказать о чем-то, что Дух Святой говорит мне этим утром. Я должен поведать вам об этом. Кто-то смотрит нас сейчас, может, эту программу транслируют где-то в данную минуту. Вам нужно покаяться в своих грехах и отдать свое сердце Господу. Вы знаете, я однажды чуть не утонул в одной реке. Тогда мне сказали, что когда человек тонет, он уходит под воду и снова всплывает. Уходит под воду второй раз, и второй раз всплывает. Но если он тонет третий раз, то больше не появляется на поверхности воды. И Святой Дух обратился ко мне этим утром со словами: «Кто-то смотрит эту трансляцию. Некоторые уже тонули однажды, кто-то дважды. Некоторые из вас вообще не должны сидеть и смотреть эту трансляцию. Вы должны были погибнуть уже давно, но Бог по своей милости сохранил вашу жизнь и позволил вам внимать этому посланию, которое вы смотрите прямо сейчас. И слово Господа к вам, что другой возможности может и не быть, поэтому Он говорит: «Сегодня день спасения. Сегодня самое подходящее время». И прямо сейчас, сегодня, если вам нужно спасение от грехов, если вам нужно новое сердце и новая жизнь, я желаю, чтобы вы призвали имя Иисуса. Настолько просто, что можно упустить такую возможность. Вам будет дарована вечная жизнь, в течение которой вы можете познавать Его. А путь к познанию Бога — это, во-первых, сделать шаг навстречу к Нему,
вы можете это сделать. Остальное сделает Бог. Своими устами исповедуйтесь в грехах. Скажите Богу, что вы сожалеете и верите, что Его кровь может омыть все ваши грехи. Тогда вы начнете все сначала, станете чистыми. Ваше тело станет в буквальном смысле храмом Бога, и вы попросите Иисуса жить внутри вас, начнете читать Библию. Я бы начал с Нового Завета. Начните читать, как будто это его любовное послание к вам. Если вы поступите таким образом, то познаете свою судьбу. Если нет, будете как все остальные. Я имею в виду до ума помрачения совершать одинаковые поступки, ожидая разных результатов. Станьте нормальными. У вас есть одна минута, Дэниел, чтобы помолиться за исцеление людей прямо сейчас. Отец, во имя Иисуса, я возлагаю свои руки на брата, который сидит сейчас на диване с кистой шеи. Я разрушаю эту кисту, я приказываю ей исчезнуть во имя Иисуса. Отец, я молюсь, чтобы твой исцеляющий поток лился через экраны и разбивал дьявольское рабство. Я провозглашаю, что всякое проклятие над вашей жизнью уничтожено во имя Иисуса. Оковы вашего разума сняты во имя Иисуса. Наркотическая зависимость сломана прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Не только шея исцелена во имя Иисуса, но все органы исцелены прямо сейчас. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Мой гость молился за человека, который был мертв. Мертв! Лежал в морге 23 часа, замороженный в холодильной камере, но затем вернувшийся к жизни.